За Водоуковским школьникам рассказали, как уже в 14 лет начать свой бизнес. Все практические занятия были построены на играх. В доступной форме ребятам рассказали, какие виды бизнеса существуют, как правильно выбирать идею, как развивать и какие качества приведут к результату. Всего на мероприятии курс молодого предпринимателя прошли 40 человек. Некоторых из них по итогам занятий для дальнейшего развития объединят в бизнес-клуб под названием «Действуй». Наш формат – это командная работа, где каждый может поучаствовать, где каждый может привнести свою долю знаний, опыта и навыков. А у них есть, поверьте мне, эти ребята настолько крутые, что мы сами не ожидали, что бывают в 14 лет настолько активны, настолько прокачаны. Плюс они знают современные тренды, технологии. Если говорить объективно, мне кажется, во многих вопросах они сильнее нас. Объединить будущих молодых предпринимателей решило общероссийское общественно-государственное движение «Движение первых». В нашем регионе таких площадок будет три – в Тюмени, Заводоуковске и Ялуторовске.